Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня по вашим просьбам решил повзрывать классную игрушку. Смотрите, вот такой трактор он у меня есть. Смотрите. Классная игрушка. Думаю, повзрывать вот этими петардами. Смотрите, сколько взял на сегодня. Есть множество разных. На любой вкус. Пулеметные ленты, самолетики, короче, громовые. Мощные петарды, немощные. В общем, есть что повзрывать. Что ж, давайте будем начинать. Так, выберем, чтобы с чего бы такого начать. Давайте вот с таких кракенболов начнем. Так, берем их с собой. Что-то у нас еще слабенькое. Есть розочка. Так, есть еще розочка. И давайте вот эти мелкие петарды. Корсары 4. И вот такие громовицы. Посмотрим. Так, где бы его повзрывать? Давайте вот здесь. Думаю, хорошо будет. Так, ставим штатив. Так, установим один мячик прям непосредственно в кабину, а второй где-то вот здесь, возле ковша. Так, погнали. Первый в кабине. Так, следующий бахаем. Так, есть. Давайте смотрим, что у нас тут еще есть. Так, давайте сразу два забросим как-то внутрь, под низ. Есть контакт. Так. Давайте попробуем подорвать ковш. Вот здесь под него. Подставим. Вот это жесть. Ковш оторвали, ребят. Смотрите, даже треснул. Два взрыва было. Топ. Так, давайте сюда же положим вот такой пищащий Корсар 4. Так, все, разрывали ковш, пока его в сторону, чтобы не мусорить. Давайте дальше. Так, у нас есть розочка. Давайте одну в середину, одну под низ. Капец, жесть, жесткая розочка. Ну-ка посмотрим. Вот это там коптево было внутри. Так, давайте одну под низ. Есть контакт. Так, предлагаю, ребята, забахать несколько пулеметных лент. Вот так вот. И запустить вот такой самолетик. Прям давайте с крыши здесь запустим. Вот это да. Жестко полетел. Так, давайте найдем его. Вот он. Не будем мусорить, заберем за собой. Погнали дальше. Пулеметные ленты. Давайте установим в разных местах. Например, в колесе одну. Вот так. И одну здесь. Под заднее колесо. Так, остальные стороны. Погнали. Пошла жара.
Смотрим повреждения. Да, мощный трактор. Так, давайте громовицы добавим. Так, берем. Смотрим, куда бы их внедрить. Так, снизу, в принципе, некуда. Давайте вот под колесо закатаем вот так ее туда. Одну. И одну под это. Посмотрим, сразу две. Жесть, ребята, он горит, смотрите. Так, затушим. Нужно еще его повозревать. Так, давайте эту сторону также. Только сразу три. Одну в кабину еще закинем. Так, здесь под колесо не залазит, ребят. Давайте тогда вот так просто внизу положим. И одну в кабину. Так, постараюсь все три поджечь. Капец, мощно, ребята, мощно. Давайте пулеметку закинем. Одну сюда. И одну под низ. Пошла жара. Так, давайте возьмем каких-то мощных петард. Чтобы еще такого можно затестить. Топ. Так, вот эту P150. Давайте. Давайте кобру. Блин, ребят, думаю, разорвется, конечно. Еще можно вот эту. К03 бахнуть. Так. Давайте К03 сюда, в колесо. Вот, погнали. Так. Давайте подправим. Вы только посмотрите на этот фитиль. По-моему, в римских свечах и то больше. Это жесть. Смотрите. Вот это разве фитиль? Капец. К03 разочарование. Он даже не горит, ребят. Так. Выбрасываем петарду в сторону. Ну, я не хочу рисковать. Давайте 150 вот здесь бахнем. Так, был взрыв. Ё-моё, смотрите, колесо оторвало. Так, предлагаю, ребята, взять какую-то сразу мощную петарду, а то, думаю, после вот этой точно разорвется. Мы же хотим посмотреть классный взрыв. Смотрите, у нас есть Crazy Robots. Самый топовый. Давайте его бахнем. Так. Машинка. Машинка, давайте вот здесь установим. Так. Вот так прям, чтобы точно разнесло. Или лежа. Я думаю, лучше стоя, мне кажется. Короче, ладно, поджигаем. И убегаем. Просто, ребят, ничего не осталось. Смотрите, только черное пятно. Вот это да.
тоже, ребята, постараюсь поубирать. Вот вижу, там кусочек отлетел, еще кусочки. Постараюсь поубирать за собой, чтобы не мусорить лесу. Также, ребята, смотрите, осталось еще много пиротехники. Правда, не для таких игрушек, но можете предложить, чтобы ими повзрывать, вот этими петардами, что остались. Что вы хотите видеть на моем канале, предлагайте свои идеи, варианты, комменты. Надеюсь, сегодняшний видос вам понравился. Обязательно ставьте лайки. Давайте наберем 2000 лайков за сегодняшний ролик. Я старался. Ребят, набирайте 2000 лайков, и тогда я выбираю любой коммент по поводу какого предмета в следующий раз повзрывать, и обязательно сниму для вас следующий ролик. Также возьму обязательно вот эти все петарды, которые остались. Посмотрим. Главное, предложите что-нибудь такое интересное, чтобы не сразу разорвалось. И тогда обязательно потестим вот эти петарды. Что ж, видосик, надеюсь, всем понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале выходят также крутые видео с пиротехникой, как и здесь. Очень интересные, поэтому советую подписаться и посмотреть. Также смотрите, здесь 4 ролика выставил, они тоже клевые, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч.